что же нужно для того, чтобы сдать документы, имея РВП, либо имея гражданство РФ для ОМС? Это обязательное медицинское страхование. Для этого нужно найти контору, которая делает обязательное медицинское страхование. Ссылку на ту контору, которую нашел я оставлю в описании. Далее вы туда приходите, даете свои документы, список документов я тоже приложу в описании к видео. Есть скриншоты о том, какие документы для каких категорий нужны. Далее вам выдают либо временный, либо постоянный полис ОМС, либо дают временный и говорят, когда прийти за постоянным, либо за временным, который дается на 1 год, который нужно будет потом подтверждать. В общем, вся процедура получения занимает в районе 20 минут. Это вместе с ожиданием в очереди, вместе с заполнением всех документов. Все делается быстро. Данные вы сами проверяете, подписываете документы, и все, вы свободны. Ничего платить не нужно этой конторе. Все это бесплатно предоставляется. Вот. Единственное, что от вас требуется, это потом в назначенное время прийти за пластиковой картой, которую изготовили индивидуально для вас. Вот с данной справкой я буду ходить определенное время, но в течение месяца и 5 дней, после чего мне выдадут пластиковую карточку, на которой уже будут все внесены мои данные, временную опять же на год, которую нужно будет потом продлевать. Вот и все. Кому было интересно, подписываемся на канал, оставляем лайки либо дизлайки, оставляем комментарии. Всем пока!